Сигнал воздушной тревоги почти во всех регионах Украины. Мощные взрывы в Киеве. Так начался 51-й день российского вторжения. Москва заявляет, что нанесла ракетные удары по оружейному заводу, где изготавливали, в частности, противокорабельные ракеты. Украинские издания сообщают, что после серии взрывов на юго-западе столицы некоторые районы остались без электроснабжения. Министерство обороны России грозится наращивать количество и масштабы ракетных ударов по Киеву, в том числе по государственным органам, в случае новых атак на объекты на России. Территория. Москва обвиняет украинских военных в обстрелах приграничных районов в Брянской и Белгородской областях. Киев эту информацию не комментирует. В украинском генштабе делают акцент на масштабах военных потерь России. На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отражены 8 атак противника. Уничтожено 4 танка, 6 БТРов, 4 боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система. Крупнейшим военным событием этой недели стало потопление флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». В среду вечером Киев заявлял о нанесении ударов по кораблю новейшими украинскими ракетами «Нептун».